ребята, извиняюсь, что я в лаге, просто у меня штан желосины эти, и я решила ходить. Сегодня я иду покупать цыпленка и хомячка. Сейчас я иду за деньгами. Мне, короче, сложили это все. Я его куплю. Ребята, это... Алис, сейчас мы пойдем. Он, Соня. Мы идем, короче. Да. Сегодня я добрая, поэтому я хорошо сейчас с детьми иду. Вот камера. Какое-то говно с камерой. Сейчас я приду. Я уже дома, я просто в шоке. Конечно, я не смогла, хотела купить еще по этого, еще одного 11 раз, но он стоит 120. Я такая, чего? И я решила, короче, купить только хомячка. Да. Вот я уже сижу со своим попитом. Кстати, ждите новое видео. Возможно, завтра выйдет это, типа, видео «Нелюбимая дочь». Я вижу, вам уже понравился этот сериал. Так что, вот так. Всем пока.